Диктант Победы сегодня напишет вся страна. Ульяновцы смогут пройти исторический тест на предприятиях, где ковалась победа в Великой Отечественной войне. А также в вузах, среднеспециальных учебных заведениях и школах Ульяновской области. Всего в регионе организовали 100 площадок. Участникам предстоит ответить на 25 заданий. Большая часть из них с вариантами ответов. Написать диктант также можно будет в онлайн-формате на сайте диктантпобеды.рф. Там же можно будет найти тренировочные задания для подготовки к тестированию. По предварительным подсчетам, в этом году в акции только на площадках примут участие более 5500 ульяновцев. Еще около 4000 человек пройдут его в формате онлайн, что почти в два раза больше, чем в прошлом году.